Итак, мы продолжаем наш матч 2 на 2 и Е4. А ты играешь уже? Я покажу экран тебе, чтобы ты не заходил на планету. Так, все, вот показываю. Ну что, куда идем? Королевский? Не знаю, но желательно нет, если честно. Да, конь F3. Что-то итальянку там знаешь, например. Я ничего не знаю. Конь F3 давай. Может D4 какой-нибудь? Ну, можно попробовать, да, этот северный вроде называется. Центральный как? Я уж 100 лет не играл от дебюта. Давай можно... солнце 4. Ну, давай. Ну, тогда центральный, да. Что? Тогда центральный получается, да. Смотри, это северный. Так, Е5. Ну, на Е5, Д5 пойдут. Ну, что предлагаешь? Можешь попробовать скинуть, как ты любишь, конь F3. Конь F3, да. Ну, не обязан же брать. Ну, даже если не едят, то... то у нас нормально вроде. Если едят, то там, ну, в крайнем случае, ферзь D4 степом. Там компенсация, наверное, будет. Может быть, на конь... ой, на конь E4 вообще 2-0 пойти? Можно 2-0 пойти, да, тоже есть. Ну, давай сейчас рокировку пока. Смотри, важно не пропустить момент, когда пешка D отвинется и сыграть H3. Потому что слон вот здесь, в этих позициях, слон на G4 очень опасен. Ну, возможно. А с другой стороны, вот сейчас, грубо говоря, D6 какой-то наш ход, слон G4 и слон F7 есть туда. И на король F7 конь E5 с выигрышем, с отыгрышем. Там ничего не отыгрывается. Там DE же. Вроде бы. DE? Допустим, вот D6 какой-то наш ход, слон G4, взяли на F7, король F7, конь E5. Да я. А, да, все понял. Уже два раза рокировку там сделают. Я понял, да, согласен. И опять задумались наши соперники, не знаю почему. Да, что они зависают немного. Рео Кирилл наблюдает за нашей партией. Рео молодец. Стал он тоже комментатором Феникса. Ну да. Ну вот смотри, D6. H3? В принципе, да, давай пойдем. Чтобы на D4 всегда взять можно было. Без проблем, без всяких. Сейчас рокировка, скорее всего, последует. А, так, может быть, C3 вообще? Можно, да, я думаю, тоже попробовать C3. И так, в стиле Гамбита Мора в какой-то степени. Как-то, ну, конь C3, да? Ну, да. Можно, конечно, было еще там на b2 отдать. Да так, нет. Ну слона закинули на жечь. Это пока связали. То есть... Теперь смотри, какие-то угрозы появляются. Конь d5 угроза. Да. Может, неприятно у черных. Ну, по-моему, да. d6 не туда, там вроде d5 черный момент проводить. Так, на h4 отошли. Ну да. На g5 конь g5. Несем, да. На g5, да, это известная ловушка, это без двух. В итоге. Так, ну вот видишь, он... Не, ну бить не надо. Может быть, конь d5 все равно? Конь d5, слон d5. Ага. Как-то не хочется. На что ты предлагаешь? Не знаю, есть идея пойти слон d5 и вот центрально поставить. В принципе. Давай, слон d5, мне нравится. Стоит слон там хорошо бить, что нам не выгодно. При случае на b7 подвесили. Вообще можно ферзь b3, ферзь b3 угроза. Ну, в какой-то степени, да, но там конь опять, наверное, пойдут. Почему угроза-то? Ну вот на e6 два раза зависал, конечно. Ну да, согласен. Так, ну ферзь e2 или ферзь c2, что делаем? Ферзь b3 мне не очень нравится, там конь опять и c6 будет, наверное. А, так что... Не знаю. Предлагается. Подумаю, там чуть-чуть. Вообще неплохо бы как-то надавить, конечно, на f6. Может пока ладья e1 пойти? То есть при случае e5 где-то пройдем. Слон e6, f e5. Так, ладья b8. Ну, профилактика какая-то. Ну да. Так. Я думаю, может слон e6 неплохо. То есть ладья e6, там конь d5, а на f e5. И пешки у черных слабые, правда, там размен ферзей. Не, давай, может быть, ферзь c2 с этой идеей.
Сc2, ладья d1. Может так, может ферзя на А4 закинуть, там подвесим коня на С6. Да, давай. Там по выход. Да, и по времени мы у нас уже догнали бы Ну, это Олега. не так страшно, пока что достаточно много. Если проблем будем ставить, то... Так, что это за ход? Ну, как минимум, можно конь Е5, ладья Д1, выглядит неплохо. Можно еще подумать, что еще есть. Не, ну, а чё, нужно бить, не хочется допускать вот этой Давай штуки. это побьем на E5. Да, бьём, ладья d1. Да, то есть... Там как еще нам ходить? Слон Е7 как-то пассивно слишком. Ну, зачем слон D5, наверное, сначала надо. Так, вот так вот. Ферзь Е7. А, конь b5? Нас как без угроз А, ну особо. да. 6 просто пойдут. Ну, предлагай. Идеи. Можно съесть просто на E6, наверное. Посмотрим. Ну хорошо, давай разменяем двупольников. Блин, вот не нравится то, что нигде не зависает на c5. Вот это неприятно. Тут, я думаю, может конь D5 неплохо. Возможно. На взятие ладьей, да? Ну да, наверное. Ну он сейчас возьмет, конечно. А как? На f6 же зависло, все-таки надо брать. Ну, брать надо, да, там. Потом как-то можешь создавать давление, там B4, например, пойти. Слон G3 еще ход есть, может F6 вынудим. f6, да, неприятно смотрю. Но сейчас ладья d8 будет. А, ладья d8 нельзя. Ладья D8, да, поле прикрыто. Это важный момент. Слон d6, может быть? Может ладья D1, ладья D7 А, заехал. стоп, 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 стоп. Что это за ход? Ну, хочет, Ладья наверное, c1. ну, давай попробуем, да. Хотя там C6 же. Ой, да, это не туда. Ладья опять ходить надо. Больше ничего не осталось. Да, вот что-то не туда ладья c1. Он B6 качество выигрывает. Слон b6. Слон b6, ладья a7, может? Ну, надо так ходить, конечно, но Не, не уже безнадежно. хочет. А, вот так вот. Ну, не знаю, пока ферзя надо куда-то увести там. Ферзь c2, например, профилактика защиты на e4, f2. Согласен. Пока вот не видно у нас никаких идей таких. Ладья... ну, слон g3 ходить надо. Напали. Ладья А3 давай. На f3 видим. Куда-то, да, перекинем при случае, потом ферзь c4. Ну, ладья f3 давай. На h4 вот сюда отойдем. H2 просто, да. Там вроде не страшно, да, ферзь c4. Напали на f7. Ну, да, пока. Какие-то угрозы задаются. На ладья f8, ладья d1, ладья d4 грозит. Ладья... Так, отошли на h2. Так, стоп, подожди. Ладья d4, hg и ладья d7. Он в промежутке бьет. Ну, там не страшно, это пешка всего лишь. Давай попробуем. Давай, подкрутили. Ну, то есть бить на d4 нельзя, слон b8 просто. Ой-ой-ой, слон b8. Там на f7 же. Так, на f7, наверное, ладью лучше взять. Почему? Ну, чтобы там вскрытые шахи провисали. Надо попадисмировать. Ой-ой-ой. Ну отошли на. Ферзь b3, да. Ничего страшного не случилось. Сейчас у нас не на 7 возьмем на любой ход. Ну, на ладья b8. Так, на ладья берем. Да, я думал, ладья лучше. А, тут как-то ферзь e6 есть ход неплохой по виду. Там вечный шах нигде не будет. Не. Один шах тут у черных есть. Ну или можно пешку банально съесть. Или. Стой, стой, подожди, подожди. 20 секунд. Ферзь d7 пока. Чего? Ферзь d7. Напали на мат. Сейчас ферзь h5, какой-то пассивный ход. Но можно ли съесть или e5 давай. Просто ведем ферзь и пешку. Шах, так ничего не грозит там. Один шах только. Да, ну флаг упал. Ну, я Да. думаю, позиция плохая просто. Ну безнадежно. Ну да. По-моему, хорошо, мы играли. Всем спасибо за внимание. 1-1. Да, всем спасибо.